кого поздравлять с именинами 15 мая. Люди, получившие при крещении такие мужские и женские имена, как Афанасий, Борис, Давид, Михаил, Роман и Зоя, согласно церковному месяцеслову и православному календарю на 2020 год, могут праздновать свои именины 15 мая. И для мальчиков и девочек, рожденных в этот период, нужно среди всех возможных мужских и женских имен выбрать непременно эти, чтобы соблюсти многовековые традиции и превратить имя в настоящий оберег. Испокон веков наши предки стремились называть детей в честь тех святых, которых почитает церковь в день их рождения. Этот обычай помогал человеку приобрести сильного ангела-хранителя, который будет оберегать его всю жизнь. В свои именины можно и нужно обращаться к небесному покровителю с молитвами о самом сокровенном и непременно благодарить за то, что он всегда рядом и помогает в трудные минуты. Известно, что 15 мая православная церковь почитает память благоверных князей Бориса и Глеба, поэтому именинники в этот день и те, кто были названы в их честь. И мальчиков, которые появляются на свет сегодня, нужно крестить именно так. Наши предки верили, что с именем человек получает не только помощь и защиту от святого покровителя, но и определенные черты, которыми тот в свое время прославился. Так празднующие именины в данный период и носящие это имя отличаются рассудительностью, дальновидностью, прекрасными организаторскими способностями и великодушием. История благоверного князя Глеба. Благоверные князья Борис и Глеб – самые младшие дети и наследники Владимира Святославовича Великого, правителя Киевского княжества. Братья-близнецы отличались благородством, мудростью и кротостью. Когда Борис узнал, что его отец умер, а трон занял старший брат Святополк, он отказался идти на Стольный град, чтобы бороться за престол. Хоть его и упрашивал об этом дружина. Святополк обманами заманил Бориса в западню и там жестоко с ним расправился, считая его своим главным конкурентом. Затем он подверг мученической смерти Глеба, опасаясь мести за брата. Благоверные князья стали первыми святыми, которых канонизировала Русская Православная Церковь, поэтому их считали покровителями Киевской Руси. Видео «День ангела» 15 мая. Все именинники 15 мая.